Всем привет! В Роблоксе появилась новая бесплатная одежда. Но это не обычная одежда, а особенная. Сейчас я вам все покажу. Заходим в аватаршоп. Выбираем слева одежда. И здесь появились новые разделы футболки и штаны. Все футболки, рубашки и штаны, которые были раньше, теперь находятся в разделе с припиской классические. Ну а мы заходим в новый раздел футболки. И забираем себе эти футболки. Теперь идем в раздел штаны и забираем себе эти штаны. Одни спортивные, а вторые очень похожи на джинсы. Особенность этой одежды в том, что она многослойная. Помните, мы уже забирали всякую верхнюю одежду? Она, кстати, находится вот здесь, в разделе куртки. И здесь, кстати, появилось очень много одежды за робоксы. Некоторая одежда выглядит просто офигенно. А если вы еще не забирали бесплатные куртки, то выберите вот здесь бесплатно. И все вот эти куртки можете себе забрать. Ссылки на всю эту одежду я оставлю в описании к видео. Для этой одежды в аватаре также появились новые разделы. Итак, у нас теперь есть многослойная одежда, как в реальной жизни. Сначала мы надеваем футболку, а потом верхнюю одежду. Вот единственное, что мне кажется, что эта одежда больше подходит для персонажа с нормальным телом, похожим на настоящего человека, а не классического роблоксианца. Я надеюсь, скоро будут добавлены и новые персонажи, которым эта одежда больше подходит. Спасибо всем, кто посмотрел. Будь ежом, поставь лайк. Всем пока. Да, странно выглядит. Надевая футболку, он становится толстым. Как будто это футболка толщиной с пуховик.